новогодний макияж. Сейчас я как раз покажу базовый макияж на новогоднюю ночь. Сможет накрасить себя так каждая. Yes. Алина, рассказывай, с чего начать? Села перед зеркалом, 31 декабря, 11 часов вечера, мне нужен макияж. С чего начать? В первую очередь вы должны правильно следить за своей кожей и подобрать правильный уход. Затем вы должны подобрать правильное тональное средство. Тональный крем мы подбираем по скуловой части. И затем вы должны, после того, когда нанесли тон, закрепить пудрой. Перейдем от теории к практике. Для того, чтобы девушка себе в новогоднюю ночь самостоятельно подобрала тон, то я бы рекомендовала придерживаться более классических оттенков. То есть никакого синего? Вы можете, например, сделать легкую деталь, если вам хочется под образ немножко внести яркости, потому что также в этом году актуален синий оттенок. Мне кажется, в любой косметичке у каждой девочки есть вот такая вот палетка базовых оттенков. Коричневый, черный, золотой, серебряный и какой-то там где-то маленький квадратик ярко-розового на всякий случай. Сейчас мы нанесем тинт, он с эффектом сияния. Он у нас будет служить как основа под тень. Если тинта нет, чем можно заменить его? Если у вас в косметичке есть просто база под тени, вы также ее можете нанести. Если нет базы под тени? Тогда можно нанести либо консилер, либо тон на глаза для того, чтобы выровнять и создать эффект базовый такой. Это основа макияжа, вот это вот, вот это. Да? Да, мы должны закрепить тинт. Мы сейчас сделаем легкую стрелочку, и мы ее нанесем тенями для того, чтобы у нас был легкий эффект стрелочки. Вы можете взять серые оттенки, коричневые, и за счет этого у вас более мягкий взгляд будет, не такой яркий. Внимание, совет от профессионала. Если в косметичке есть бронзатор, скульптор и хайлайтер, новогодний макияж можно сделать всего лишь за 10 минут. Ведь в праздничном макияже главное – сияние. Заключительные штрихи по классике – румяна, тушь и немного блеска. Вот блеск для губ, получается, коричневые оттенки, которые подходят абсолютно всем, и вуаля, вы готовы на Новый год.